Друзья, всем привет! Сегодня буду делать интересный инструмент. Для этого взял профильную трубу 20 на 20, около 2 метров, и куски 25 на 25. Их я предварительно зачищаю, чтобы работать было приятнее. Вообще инструмент делается довольно просто, но есть некоторые нюансы, которые я не учел, но о которых я обязательно расскажу позже. После зачистки беру самодельный ящик из канистры, в котором лежит все необходимое для сварки. Давно его делал и могу посоветовать к изготовлению. Ссылку на видео, где делал ящик, я прикреплю в комментариях. Сегодня решил поработать на улице, пока стоит хорошая погода. Еще хочу сказать, что самоделка делается базовым инструментом, болгарка, сварка и дрель. Больше ничего не нужно. Куски профильных труб 25 на 25 я сварил буквой Т. Далее сделал небольшие прорези и оставил вот такой вырез. Решил усилить стенки, наварив по вот такой пластине с каждой стороны. Вообще это не обязательно, если бы я делал еще раз такую штуку, то тут можно было бы просто без вырезов сделать сквозное отверстие и все. Но можно и так. После сварки делаю сквозные отверстия на 8 мм. Также отверстие на 8 мм делаю с краю и отступив примерно 30 см от края трубы 20 на 20. Теперь у меня вставка с покраской всего этого. И вы можете заметить на столе вот эту загогулину. Специально не стал показывать, как и из чего ее делал, так как оказалась не очень рабочая тема. Потому что при испытании я обнаружил, что ее очень легко гнет. Поэтому в металлоломе были найдены пару железяк миллиметров по 5 толщиной. Сделаю такую же по форме штуку из них. Тут оказалось даже проще. Зачистил от грязи, состыковал и сварил. Потом все зачистил и отрезал лишнее. Также решил сделать зубцы, выпилив их болгаркой. Еще разок красим и собираем. Кстати, к длинной трубе наварил еще два уха вместо отверстий, так как это оказалось тоже слабым местом и труба гнулась. Но по-хорошему надо лучше взять трубу 40 на 20, но у меня ее не оказалось. А получилась вот такая приспособа для вытаскивания труб из земли. Да, сильно толстая и глубоко забитая не вытащит из-за тонкой трубы, но если ее заменить, то можно попробовать. Если не хватает зацепа, то можно слегка придержать ногой и все пойдет. Тема рабочая, я и буду вытаскивать трубы временного забора из трубы 35 на 35, которые я забил зачем-то на метр. Но для этого я поменяю ручку на трубу помощнее. А пока ее нет, поэтому покажу этот процесс, скорее всего, в телеграм-канале. Подписывайтесь туда, чтобы узнать, получилось у меня или нет. А на сегодня это все. Если вам понравилась самоделка, то ставьте лайк и пишите комменты, что я сделал так или не так. А те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!